А вы снимаете? Так. Короче, это 33-й дом на Куприна. Половко? Я все понял. Давай еще позову пару. А ну позови, девчат. Потом Евкова Катерина. Евкова Катерина у нас жила. Но ее сейчас нет. Она на 9-м этаже, где она делать на этом. А вы ее видели, когда вы... Я ее не видела. Когда мы уходили отсюда, мы пришли, ушли 6-го отсюда, вот пришли позавчера, ее никто, по-моему, не видел. Потому что вот Саенко, Катерина вон лежит, уже закопали. Саенко, да? Да. Заблокировано. Это там тоже плохая идея приезжать. Ну да. Давай я просто. А вы не скажете, как он плыл в бассейн? Да? Там. Ничего не знаете. У меня тоже два гаврика вот такие сидит в котире. У вас дом не сильно пострадал, да? Да нет, тут какие-то подъезды прошли. Ну, поделись. Поделись, так понял, как просто. А, кстати, по-моему, что-то было у нас. Ничего ли нет, я не понимаю. Привет, всем привет, мы живы. Наташенька, дай бог увидимся. Очень хочется в Москву. Посмотрим, получится или нет. Заберете? Можем забрать. Боже мой, как хорошо. Кто-то машину так сберегает, да? Позовете ее, ладно? Да, но она очень старая, может, надо помочь будет. Пошлите со мной. Полицейская машина. Ебали колесо? Нет. Перестрел. Ну это Лёха. Точно же нормально едем вообще? Так. Не нормально. Лёха. Да я понял. Сваливаем. Аккуратно, сюда. Резко. Добрый день. Здравствуйте. Подскажите, а у кого убило мужа? У меня. У вас? Да. А Сергей Зайцев, это ваш сын, да? Да. Он попросил вас эвакуировать отсюда. Вы готовы ехать? И когда готовы ехать? Можем через часика два заехать за вами. Он хотел вас в Россию забрать, мы хотели вам передать ему привет. Ну а что делать?
Я не поняла. Ну, мы мужа сохранили там на огороде у друга, у которого мы жили. И у меня квартира осталась на Восточном, я не знаю, что с ней. 90-й дом, да? Добрый день. Скажите, а у кого убила мужа? Мужа убила вот там, у девочки. Вот этот будет. У нас убила дедушку. У нас дедушку. Свекра моего. И еще одного, мужчину. Ну, кто-то в России ждет ваш дом, ведь правильно? Вас там знакомые ждут, да, в России. У нас у всех в России. Россияне, вы россияне? Ну, больше нет, но мы тут местные родились. Родственники в России, да. В России у нас есть. Я понял. А как фамилия ваша? Моя Волобуева. Нам просто написали, сказали, что есть мужчина и женщина. Мужчина убила, папу чьего-то убила. А, зятя вашего, наверное. Вот, Сергей его Зайцев или как зовут, нет? Это мужчина, они сюда приехали переждать, пока на Восточном, да. Это самое, его убили. Женя, дядя Женя. Женя Зайцев. Мы его прихоронили. Мы его прихороним в этом. И дядька мой, и он. А она, в смысле, а женщина? Жена на Кренкеля 13, она сейчас живет. С Кренкеля 13? Давайте, на, хорошо, да. Это наш дом. Это их дом. Поселили. Давайте. Там их, да. Вон, у вас там дети, что ли? Конечно. Да, у нас дети. Так, а сколько детей? Трое. Сейчас. 20 лет. Можно сказать. Эй, привет. А как зовут? Как зовут тебя? Егор. Егор, а девочку как зовут? Ну, говори, как тебя зовут. Маша ее зовут. Технику, автобусы использовали для того, чтобы эти улицы Мариуполя просто навсего заблокировать. В квартале отсюда шел стрелковый бой, он и сейчас идет, я там, собственно, только что был. А в нескольких кварталах уже идет полноценная полномасштабная война, на той стороне работают и грады, и в эту сторону что-то работает, и, в общем, какие-то... Картина, по-своему, ужасающая. Но, несмотря на это, люди обычные, особо ничего не боятся. Они тут ходят вперед. Как будто такая новая постапокалиптическая реальность. Ого, сколько детей. Ничего себе, слушай. А спроси у них, как они делают. День добрый. А у вас сколько детей? У нас 8, все вместе. Это ваши, двоих ваши? Я не слышу. Это у вас на двоих 8 детей? Не поняла. Это у вас на двоих 8 детей? А, да. Ничего себе. У меня трое, и у нее пятеро. И у нее пятеро. А какой адрес у вас? Тарасова, 34. Вы за едой ходили, да? Да. И что-нибудь получили? Получили. А, молодцы. Это улица Тимирязева. Вот такие тут дома. Кстати, видишь же, поприбирались тут местные. Ну да, немножко здесь подутихло в этом районе. Вот хороший домик. Себе. Живут дети написаны. В квартале от нас идет стрелковый бой. Работает артиллерия. Такое ощущение, что в нашу сторону идет. Вот. Тут вот такая картина. В воронку провалилась машина. Люди при этом идут в свои дома, чтобы привезти какую-либо еду. Вот работает пулемет. Становится небезопасно уже.